Вода из-под крана непригодная для употребления. Вот такое видео, где заснята странная жидкость, вытекающая из кранов для холодной воды в доме 52 по улице Тобольской, появилась на одном из интернет-ресурсов. Местные жители уверяют, с этой проблемой не сталкиваются уже долгое время. Такая ржавая идет вода, аж коричневая, черная такая. Периодически днем она светлеет, потом опять темнеет. Ну, в основном после ночи, вот когда видно трубы стоят. Иногда воду приходится спускать по минут 40, чтобы она хоть немного очистилась, утверждает Инна Феделина. Особенно много времени на это уходит по утрам, а вот к середине дня качество уже получше. Сейчас она чистая, а бывает утром уже рыжая. Мы покупаем воду пить для чая, покупаем, а как же? Все ходят, покупают, привозят. Так тоже вода. А вот платить за спущенную в канализацию ржавую воду приходится в полном размере, уверена Людмила Филипенко. И самое плохое – понять, откуда берется ржавчина в воде, жильцы дома не могут. Выяснить это у водоканала не удается. Они разговаривать не хотят с нами. Вообще. Мы не знаем, где-то прорвало. Все. Вот это такой ответ. А вот в пресс-службе Харьковводоканала новостям АТН сообщили, что никаких жалоб на качество воды по этому адресу зарегистрировано не было. Оксана Нечипаренко, Михаил Воронков, агентство телевидения новости.